Доброе утро, мои дорогие. Как-то одно утро похоже на другое. Дождь, гроза. И мне-то, собственно, все равно. Мне за людей обидно. Человек копил целый год, а может быть и не год, деньги, чтобы поехать в райский Крым. Приехал, прилетел. На тебе каждое утро вот так. Гроза, дождик, сырость. Это обидно. А я вчера обгорела. Лицо у меня обгорело и болит. Я же не загораю. А тут чего я забыла? Шляпу я, ну, не знаю. Память девичья. Соображалка не работает. Аккомпанемент у меня грозовой. В общем, короче, обожгла лицо. Ну ладно, мои дорогие, я уже целый час вот проснулась 6:30. И вот до 7:30 сейчас я валялась. Ну, потом думаю, ну что валяться, надо вставать. Что-то есть захотела. Надо позавтракать, да, заниматься чем-нибудь. Дождь, не дождь, что-то. Не, ну за людей обидно, да. Хорошо, если они от жары спрятались. Крыму, потому что везде жара. А если люди приехали из такой погоды и в такую же? Ой, господи. Видно, наверное, всю ночь идет. У меня, вон, видите, ливневка не справляется. Вода не уходит. Значит, давно идет. И тут тоже. В общем, как скажет Сашка. Бодрое утро, девочки. Ой. Ну, вон, пошли пузыри по воде. Ну, видите, ты идешь по воде просто. Сейчас намажу тебе лицо, а то прям болит неприятно. Да, наверное, уже поздно, наверное, вчера надо было. А я увидела в зеркале... Только когда спать ложилась, что у меня с лицом. Сейчас намажусь. Да буду, наверное, лежать, чего-нибудь смотреть. Потому что работать, делать... Дома как-то темновато, пасмурно. И так уже зрение никакое. Может, и разгуляется попозже-то. Ну что это? А, может, что придумаю, что сделать. Не, ну это уже выше моих сил.
Еще и интернета нет. Да твою мать, блин. Как это все задолбало. Девчонки, вы не представляете. Вот просто не представляете. Просто я не говорю. Просто я не говорю, жду, когда будет возможность уехать отсюда. Не могу, у меня сил не хватает на все это говно. Не хочу. Вот сейчас меня то, что нет интернета, просто выбило нафиг. Выбило. Пошла-ка я спать. Лежать буду. Нафиг. Ну, раз такая погода, решила вот я вот это переделать. Потому что короткое оно. Я его вот удлинила за счет вот этих крупных бусин. Почему эти бусины? Потому что вот такой элемент здесь. Вот. И вот теперь хочу вот это вот дело, еще не знаю в каком порядке, как это получится, но, в общем, буду делать. Интернет, слава богу, появился. А, еще что я сделала? Девочки, сделала вот такой ободок в стиле ампир. Это у меня прищепками все. Пока приклеится. Вот. Потом покажу. Прошло 2 часа, как я снимала, возмущалась. Но дождик так и идет. И так интересно идет. То послабее, послабее. Потом хоп, опять по новой. Говорите, в Крыму воды не хватает? Мне кажется, даже перебор воды. Ну что, решила еще к этому украшению сделать серьги. Просто, девчонки, уже меня уже нервов не хватает. Я пытаюсь отвлечься от всего этого дерьма. Уже 2-й раз выключают свет за утро. Ну, естественно, интернет тоже. Мало того, что ни на улице ничего не поделать, дождик идет. Ну, нет слов у меня, нет. Хочу в цивилизацию. Не могу я так жить, не могу. Кому-то, может быть, и наплевать. Но я не могу. Вот такое украшение у меня получилось. Прям колье Клеопатры. Ну что ж, мне самой нравится. А это бывает не так уж и часто. Если кому-то понравится, девочки... Пишите, если кому-то не понравится шнурок на шее. Ну, всякое бывает. Хотя тут все застежка есть. Длиной украшения получилось 60 сантиметров. Это такое длинное на манекене. На самом деле оно не такое совсем длинное. Манекен маленький. Вот. Если кому-то
не нравится шнурок, я могу и вот этими бусинами продолжить, но оно будет тяжелое. Оно, собственно, для облегчения шнурок и есть этот. Но мне нравится. Лучше, чем был. А у нас, как всегда, дождь, гроза и даже свет выключили. Ни свету, ни интернету. И льет, и льет. Вот стоит эта тучка серая и никуда не уходит. Нет ветра практически. И только вроде чуть-чуть притихнет. Потом опять полило. И все молнии, и все грохочет, и грохочет. Вот за 3 часа она сдвинулась. Не знаю, насколько. Был вот там просвет, теперь там просвет. 3 часа вот она, ну, чуть-чуть сдвинулась. Вот, мои дорогие, вот точно последнее лето в Болгарии 7 лет назад. Точно, вот один в один. И вот говорят люди, да, климат меняется. Да нифига он не меняется. Цикличность. Ну, наверное, вот к чему пузыри на воде? Это скоро кончится? Или надолго? Не было пузырей. Наверное, закончится все-таки скоро. Ну что вот это такое, а? Что ж, мать твою, за лето? Ну, сейчас на самом деле в Крым ехать только тем, кто устали от жары. Лена Баттл в Питере замучилась от жары. Сашка моя из Питера сбежала в Мурманск, тоже устала от жары. Так что те, кто устали от жары, добро пожаловать в Крым. Ну, просто вот 2-3 дня, даже 2 дня, и опять дождик. Вот это я понимаю лето. Я вот даже на участке сделать путем ничего не могу. Вон тряпку сдуло с сушилки. Все, жду, думаю, вот сейчас оно подсохнет, вот эти вот кучки мои. Подсохнет, и я замульчирую там, где надо, чтоб трава не сильно лезла. А ну вот. И вон ливневка не справляется. Плохо уходит вода. Ой, господи! Ну, а что сделаешь-то? И такое, видимо, надо. Зато огурцам-то воды. Ой. Ой, опять молния. Главное, молния вон там, где облака, чистое небо. В общем, вот так вот. И света нет. А нет света, нет воды, нет интернета. Сиди, Любовь Николаевна. А я же не могу. И в комнате темно, ну, от того, что вот эта туча. Делать ничего не могу. И просто сидеть на заднице я не могу, меня это бесит.
Ну давай, сдвинься, ну пожалуйста. Ну уходи дальше уже, там, где воды мало. Ну, иди. Господи, уже с облаками разговариваю. Ой, дурдом на выезде. Ну давай, давай, двигайся. Вроде она двигается помаленьку. Ой, ну в общем вот так вот. Погода наладилась, вечер, я поехала за сигаретами. Плохое, девчонки, известие я получила. Есть у меня друг, очень старый. Ну, он сам-то не старый, он моложе меня на 11 лет. Андрюшка в Калининграде, он живет. Уехал лет 10 назад, наверное, они с женой уехали. И вот, а его сестра младшая, она моя крестница, она живет в Щелково, на родине на нашей. Вот позвонила. Как у Андрюшки аневризма, что ли, да, называется. Сделали вчера ночью операцию. Ввели, видимо, наверное, в кому в искусственную. Ну, в общем, я уже вся обревелась, но... Ну, очень хочется верить, что все будет нормально. Очень хочется. Очень для меня дорогой человек. Вместе, дружно, скажем так, одной семьей переживали 90-е годы. Я его очень люблю. Он для меня просто как брат младший. Просто в голове не укладывается. Вот если бы вы его видели, вот ему, да, 54 года исполнилось 24 июня. Он как мальчишка. Он настолько активный, шустрый, всю жизнь такой был. Он на месте не может усидеть. Он все умеет. У него золотые руки. Это человек, который всегда тебе поможет в трудную минуту. И вообще с ним так легко. Господи. Кто там отвечает за то, чтобы люди оставались на земле? Помогите, пожалуйста. Пусть все хорошо будет с ним. В общем, короче, грустное у меня настроение. Но я так стараюсь. Так, пойду. А открыто там? Зайду в этот магазинчик. Может, бусинок каких привезли. Надо отвлекаться. Саша звонила, я вам потом покажу. Приеду домой. Все для рукоделия. Ну что, жду Толика. Слушайте, мой его уже замороженное, 420 рублей. А я же ее так люблю. Ну чего? А что купил? 3 пакета молока. Печень для диабетиков, моевочки, сигарет. Купила квасу. Так хочу квасу. Яблочков, кабачочек, свеколки. Вот так.
где он там едет. Вот он, прилетел. Ну вот. Хрен тебе, Любовь Николаевна, а не закат. Ну, конечно, когда такая погода, не поймешь что. Когда каждый день дождь льет. Чего тут ожидать-то? Завтра, кстати, тоже дождик обещают. Ой, день сегодня какой-то у меня. И хорошее, и плохое, и все в кучу. Прям, знаете, устала от эмоций. Вот. Вчера, наконец-то, Саши встретились. Внук и дочка. Ну, вернее, они и раньше встречались, но Сашка был маленький. Ему еще 2 лет не было. И, конечно, ничего он не помнит. Вот. А вчера они встретились, а он же ее по телефону видел так. Он говорит, это кто? А Таня-то мама говорит, ну это же Саша, с которой ты по телефону разговаривал. Он, побежал обниматься с ней. А где, говорит, собака и котик? Вот, так что познакомились, пообщались, все довольны. Сашка говорит, какой он умный, какие он слова знает. Я говорю, да, в этом ему не откажешь, не по годам. Ну, так что вот такие вот дела. Еще мне не звонили, как Андрей там после трепанации. Переживаю. Ну, в общем, вот так вот жизнь идет, как у всех, мои дорогие. И приятности, и неприятности, и волнения, и тревоги. И... моевочки поела с таким удовольствием. Мне ее нельзя, она жирная. Но я ее с кабачком, с тушеным. Может, ничего. Ну и выпила мизим вот этот 20 тысяч, который... Пока вроде ничего. Так что поужинала. Сейчас соберусь. Все, что здесь на терраске наложено. Все уберу, приберу. Да, да пойду к себе. Не знаю, может, посмотрю чего, а может, что еще поделаю. Ну, уже чего-то, конечно. Вот так вот, мои дорогие. Давайте прощаться. Грустно смотреть. Вон там где-то солнышко-то, оно там он просвечивает. Вон за горизонтом там он чуть-чуть. Ладно, мои хорошие, давайте. Я вас обнимаю, целую. Не болейте, пожалуйста. Берегите себя. Старайтесь не расстраиваться, потому что очень расстраиваешься и сразу начинает все болеть. Вот. Пусть все у вас будет хорошо. Вон, видите, вон чуть-чуть там. Не знаю, мне кажется, в телефоне. Мне кажется, так лучше видно. Прям вон кругленькое солнце красненькое. Вон оно появилось. Да оно специально меня порадовать. Знает, что я стою и его жду. Смотрите, как красиво, да? Раз, и вдруг оно там почти в темноте вышло. Ой. Ой, какая прелесть. Оно тоже нам говорит, что все будет хорошо. Всем хорошего вечера, спокойной ночи.
пусть ничего не болит. Но если так не получается, чтобы ничего не болит, ну тогда чтобы хотя бы поменьше. Смотрите, оно больше и больше. Ой, комары. Я уже с 7 часов в рубашке с длинным рукавом. Они все равно умудряются где-нибудь за голову укусить. Ой, вы смотрите, было маленькое, сейчас вон какое большущее. Ой, даже и уходить-то не хочется. Может, оно все выйдет. Надо же как. Что-то мне Настя не звонит, но может еще неизвестно, как там Андрей-то. И ей звонить не хочется, ее тревожить. Она и так там вся на нервах. Ладно, мои дорогие, сожрали меня комары. Красиво, конечно. Ну ладно, я все новости вам завтра расскажу. Что да как. Ой, прям большой такой стал. Давайте, мои дорогие. Все. До завтра. Пока-пока.